Еще одна муха. Тот же самый Марусега. Номер 6. Бодиглав на этот раз красный. Под слой у нас будет черный. Nutriad Black. Делаем глубоко залез. До сюда где-то тело должно быть. До сгиба. Делаем небольшое утолщение. Крепим наш бодиглаз. Опять же плоской стороной к цевью. Натягиваем. Тот же самый золотистый швейный рюлекс. Но на этот раз он будет промоткой. Все, скрылся рюлекс. Прячем. Спрятался под монтажку, под нашу. Делаем промотку. Лишнее отрезали. Начинаем проматывать бодиглазом. Дошли до головки. Головка у нас будет вот такая вот. Натянули, обрезали. Доформировали головочку. Все. Контрольный узелок. Капельку лака на головку. Тут капельку лака можно на носик.